Саш, что ты расслабился?
здесь две полосы, нормально. А вообще-то у него помеха справа. Так и подумал, что сюда метнешься. Господи, Боже. Держись, Дим. Дороги-то свободные, можно было нормально проехаться. Там такая же разбитая по Карачишской. Если бы по Карачевской была хорошая сейчас, и вот по этой по улице. Ну, Так, как ты на завтра? Какие у тебя планы? У тебя планы на завтра? Планы? Только назначу, даже в космос. Понятно. То есть что, мне выходить на работу? Да нет, могу я выйти. Дим, нам сходу что нужно. Это понятно. У тебя хватит на 2 дня? Давайте так, я с утра завтра выхожу по-любому. А ты отдохнешь? Да. Ты очухаешься, если надо съездить, и разберетесь с больницей. Ну да, чтобы ты гнал с утра. Да, чтобы с утра не вскакивал, надо уже все. Thank you.
фуре регистратора не было? Или в этом водителе? Не было? И у водителя тоже второй. Ну ты пересекал три полосы, да? Ну, как бы да. Их надо, когда они на красном стоят, пересекать. Ну, я так и пересекал. Вот просто пёр на желтый. Удар приличный, если не, ну удар, да, удар очень сильный. То есть это не старт с места, это езда с ходу. А что, тебя крайним сделали, да? Зим? Понятно пока. Ну и да, это нарушение очевидно. Давай. Дим, если дома есть валерьянка, выпей таблеток. Ну да. Чего-нибудь, таблеток, выпей, по-любому, выпей, стресс да. Сними. Да. Доктор сказал, спирт не надо, лучше спиртное пить. Все, давай, удачи тебе, Дим, пока. Его неадекват. По жизни неадекват, я в такой ситуации вообще. Вообще кошмар, да я Женьку не узнаю. Ты не узнаешь, а я? Это в коматозе. В коматозе. А этот плачет. Этот? Угу. Старший? Угу. Дети угробил. Да, детсад, блин. Говорит, Женька, нам бы хоть бы что, а дети вот лежат в больнице. Ну да, потому что... Это нам зато за нашу жизнь, за нашу. Или же не гоник, за вашу жизнь, за нашу жизнь. Просто так угодно было случиться. Так, у нас ничего с собой. Ой, наша. Давай высаживайся здесь. Зачем я это приду? А? Ну что ты меня будешь здесь высаживать? Чтобы в грязи не высаживать себя. Где там грязь? Подойди, я открою дверь, стой дверь. Продолжение следует...